Сборная Приморья заняла первое командное место на этапе Кубка России по зимнему плаванию. Соревнования проходили на озере Тургаяк в Миассе Челябинской области. На старт вышли более 170 спортсменов из 21 российского региона. В копилке сборной Приморья по итогам заплывов 53 медали различного достоинства. Приморье представляли 11 опытных пловцов. Им пришлось соперничать со спортсменами Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Татарстан, а также Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Челябинской областей и других регионов страны, рассказывает специалист Минспорта. Сборная Приморья «Касатка ДВ Порт Вера» в упорной борьбе с командами Челябинской и Тюменской областей, а также Санкт-Петербурга, завоевала первое общекомандное место. Всего на счету приморцев 39 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей, а также 20 рекордов России. Сейчас приморские пловцы готовятся выступить в заключительном, 9-м этапе Кубка России, который пройдет в начале июня в Красноярске.